и стрелять, ничего не имея. Но теперь у тебя есть другие задачи. Ты решил записаться в солдаты удачи. Наблюдая за всеми прицел автомата, ты надеешься лишь на везение солдата. У тебя за спиной пара цинков патронов, а в кармане последний патрон и икона. Ты стоишь на распутье, а Христос на распятии. Он за нас принял наши грехи и проклятия. Выбирая войну, ты умножишь потери. Никого ты не любишь, никому ты не веришь. Никому ты не веришь. Никому ты не веришь. Снова кто-то кричит о величии России, а ты кровь проливаешь и видишь насилие. Твою душу терзают большие сомнения. Без войны не живет ни одно поколение. Кто во имя Христа, кто во имя Аллаха, убивает, но ждет их единая плака. Чья-то мать над убитым сыночком заплачет. Это тоже работа солдата удачи. Ты стоишь на распутье, а Христос на распятии. Он за нас принял наши грехи и проклятия. Выбирая войну, ты умножишь потери. Никого ты не любишь, никому ты не веришь. Никому ты не веришь. Никому ты не веришь. Ты боишься уснуть, не увидев рассвета. Кармане бумажки зеленого цвета. Ты за них продал душу, не чувствуя страха. И тебе наплевать на Христа и Аллаха. На груди разорвалась цепочка с иконой, и уже на исходе два цинка патронов. Ты в прицеле другого, но он не стреляет. Он такой же солдат, но он верит и знает. Ты стоишь на распутье, а Христос на распятии. Он за нас принял наши грехи и проклятия. Выбирая войну, ты умножишь потери. Никого ты не любишь, никому ты не веришь. Но теперь ты полюбишь, теперь ты поверишь. Теперь ты полюбишь, теперь ты поверишь.